Також до нашої студії завітала майстриня Інна Січко. Доброго ранку вам. У нас тут багато чого вже і смачного, і гарного, і кольорового. Тож розказуйте, що ми з вами будемо робити. Зимою і весною дуже багато праздників. 8 марта, День Святого Валентина, всякі там ще праздники. Ну, ви вже поняли, так? Тож те, що ми вже, так сказати, відбули, попереду 8 березня. Ну, да, и 8 марта, и очень часто у нас бывает в жизни, там, понедельник, вчера, например, так было, я позавчера. Чудовое свято, да. Я вважаю, что понедельник – это наикращее свято. Когда утром приходишь на работу в понедельник, вот хочется какого-то позитива. И так приятно, когда кто-то подходит и говорит, на конфетку. А, вот, или сам конфетку хочешь подарить кому-то, просто для того, чтобы человек улыбнулся. Я так полюбляю, когда мне даруют цукерки, чули все. Я думаю, і не тільки по понеділкам, до речі, не тільки по понеділкам. Да, вот такие мы девочки, мы любим внимание. И вообще, я так думаю, вы, наверное, со мной согласитесь, в каждом человеке живет ребенок, и хочется этого праздника. Не только по праздникам, но даже в будние дни. Вот иногда для того, чтобы подарить какую-то мелочь, да, хочется как-то ее оформить. Но не всегда есть возможность пойти в магазин, сказать, запакуйте мне, пожалуйста, подарок. И даже вот иногда нужно подарить просто ручку. Своими ручками навіть це приємніше зробити. Конечно, да. Вот если нужно подарить такую ручку, например, да, коллеге. Ой, до речі, ручка – це те, що я завжди гублю. Да, всегда у мене десь вони зникають. Ручки, карандаши. Тому это... ручки також даруйте, якщо що. Даруйте ручки, да. Обов'язково. Или просто шоколадку. Да? Вот хочется иногда маленькую шоколадку или конфетку подарить. Ну вот я подойду, там скажу, Вика, это тебе. Ну просто дать конфетку, это как-то, ну, как-то несерьезно. Да? Поэтому тож як можемо можна, це да, можна креативно оформить. Вот, например, мы можем вот такой подарок маленький сделать, да, подарить кисточку или ручку, или карандаш какой-нибудь красивый, или просто конфету ребенку, взрослому, мужчине, женщине. Покажемо нашим телеглядачам, як цей зайчик гарно виглядає з цією цукерочкою. Да. Это може бути зайчик. Тобто це може бути і різна тваринка. Да, різні тваринки. Это може бути медвежонок. Мішик любить всі. Это може бути котик. Котенок. И даже собачка. Вот в разобранном виде выглядит так. Мы делаем такой шаблон, потом вяжем туда ленточку, закрепляем подарок. И сейчас я вам предлагаю посмотреть, как это делается. Это довольно просто. Я думаю, что у вас получится. Просто и швидко. Да, быстро. Я думаю, что можно приготовить много таких шаблонов. Ну, любимое животное. Там будет ли это медвежонок, или кот, или собака, или зайка. Тобто беремо трафарет? Да. Да, любой. Ну как, откуда мы его берем, мы его с вами вначале сделаем. Ну смотрите, рисовать в принципе умеют все. Просто многие считают, что не получится, но могу сказать, что такой трафарет получится. Вот это какой-то прихованный талант, да, еще не раскрылся. Тому... Открываем таланты. Рисуем кружочек. Это у нас будет голова любого животного. Если это мишка, у него будут круглые ушки. Если это будет котик, они у него будут треугольные. Если зайка, будут длинные. Ну, у нас, допустим, будет мишка. Потом мы рисуем ему туловище. Туловище абсолютно у всех животных. У заек, у наших, у котиков, у собаки тоже будет одинаковое. Ну, такое, как букву L или букву P. Тобто поки що нічого складного немає. Нічого абсолютно, так. І далі ми пририсуємо нашому животному лапки. Лапки повинні бути доволі длинні, сантиметра 2,5, тому що у нас бувають різні подарки. Одна лапка може бути покоротше, друга подлинніше. Може, хтось захоче такий об'ємний подарунок подарувати, там, цукерку, шоколадку. Да, або мандарінку можна. Потом, после того, как наш шаблон готов, мы его вырезаем аккуратненько и прикладываем к нашей бумаге, той, которую мы уже приготовили. Ну, шаблончики я вырезаю обычно из каких-то коробок от конфет. Мне приятно, что они послужат. Из какой-то цупкой нам потребно? Какой-то картон, да. Ну, лучше всего использовать тоненький картон. Так, чтобы были такие, да, больше дольше нам прослужили. Конечно, потому что если будет просто бумага, то они нам послужат, ну, раза два. И после того, когда готово у нас вот такое животное, да, мы для того, чтобы было понятно, нарисуем ему еще глазки, носик, ротик. Ну, там у нас будут какие-то, да, усики. Вот такой у нас получился шаблон. Мы его аккуратненько вырезаем и прикладываем. Телеглядачам, який у нас гарний вийшов малюночок.
Зараз всі можуть побачити. До речі, можливо, хтось також з нами малює зараз. Так, і що ми робимо далі? І після того, як у нас вже готов шаблончик, ми його виріжемо. Ну, ми використовуємося з вами готовим шаблоном. От у нас, наприклад, тобто теж медвежонок. Ми будемо хитрити сьогодні. Так, ми будемо сьогодні хитрити. У нас вже є. Ми підготувалися сьогодні. Котенок, от який нам більше всього подобається? Вам, який більше всього подобається? А я хочу котика. Давайте котенка. Ви берете цього котенка, прикладуєте його вже к цветному картону і обрисовуєте карандашом. А який нам потрібен, до речі, картон? Картон должен быть желательно, конечно, двусторонний. Потому что лапки будут у нашего животного, медвежонка или зайки, или котика. Он будет лапками держать подарок, поэтому с обратной стороны тоже должен быть тот же цвет, который внутри. Добре, а яка має бути у нього цупкість? Если будет совсем тонкая бумага, то мы его даже не сможем склеить, поэтому, наверное, поплотнее, приблизительно как ватман. Угу. Вот у нас есть такой котенок. Мы этому котенку теперь должны нарисовать глазки. Ну, вначале, если мы боимся рисовать сразу ручкой, то нарисуем вначале карандашиком. Угу. Две точечки – это будет у нас глаза. И если мы очень любим того человека, хотим ему сделать приятное, которому будем дарить этот сувенир, мы вместо носика можем нарисовать маленькое сердечко. Угу. И вот такую улыбку, и здесь усики. Який у нас милый котик. Вы если еще. Нам нравится то, что получилось карандашом, мы рисуем это все гелевая ручка или фломастером. Вот что есть у нас под руками. Я сьогодні все хитрую і хитрую. Ой. Ну, красунчик, я скажу. Конечно. Ушки добавляем нашему котенку. Треугольнички. Тоже и закрашиваем ручкой. Да. И вырезаем ножницами то, что у нас получилось. Ножнички должны быть удобными и хорошо режущими, потому что если ножнички... Да, для детского творчества иногда они очень красивые, с яркими ручками, но плохо режут. И дети жалуются, у них не получается. Поэтому берем ножницы такие проверенные. Я думаю, в принципі, з дітками також можна дуже просто зробити таку ось аплікацію. Звісно, діти люблять дарити подарки мамам, папам, братям, сестрам. І подарок, зроблений своїми руками. Во-первых, ребенку це цікаво, зробити настоящего зверька, котика, собачку. Во-вторых, подарити подарок, який зроблений своїми руками. І мама завжди, боже, це ти сам зробив. Це двійна радість для ребенка і для родителів. Так, у мене тут ніби щось виходить. Звісно. Кольори ми можемо обрати також різні. Так. Це може бути і коричневий картон. От ми бачимо собаку, да, коричневого цвіту, дуже навіть симпатична собака. Котенок у нас коричневий. Це може бути красний, тому що красний любить всі, він яркий цвіт. Це може бути розовий, білий. Неважно, який цвіт. Кожен обирає той колір, який йому більше до вподоби. Можна схитрити, якщо... уже совсем хочется творчества, и фломастером или ручкой нарисовать на этом котенке цветочки, сердечки. То есть сделать его больше барвистым, да. Таким уже весенним. Он будет так, уже не однотонный, а с рисунком этот картон. А можем взять взагалі кольоровый, якийсь, конечно, с картинками уже картон? Так. Це ми майже вирізали нашого кота. Ось так. Все, так, тепер можемо кот. Зробити подаруночок. Так, да, тепер, допустим, я хочу подарити вам, ну, наприклад, ось таку конфетку. Угу. Ми беремо термопістолет. Якщо у нас є термопістолет, хорошо. Якщо немає термопістолета, какой-нибудь клей. Ось такий може бути. Будь-який клей, який дотримав цукавичку. И на конфетку капаем немножечко клея и даем нашему коту подержать эту конфетку. Говорим, держи крепко. Затем ставим капельку клея вторую, прикрываем лапкой. Затем ставим капельку клея и прикрываем еще одной лапкой. У нас кот держит конфетку. Ось такой гарный котик. Затем мы берем ленточку. Тобто ми можемо ще оздобити і
завязываем, да, конечно. Мы хотим сделать наш подарок более ярким. А такой справжний настоящим. Джентльмен. Да, у нас будет кот с галстуком. Завязываем его. Бам. Угу. Поскольку весна у нас на пороге, то бант мы выбираем сегодня зеленый. Відрізаємо. І отрізаємо ленточку. Так, як... Ось. Ось такий у нас вийшло сьогодні. Тож ми покажемо от нашим телеглядачам, який подаруночок ви можете зробити вашим рідним, близьким, друзям. Ось так дуже швидко, буквально за 10 хвилин у вас ось такий котик може вийти гарний. Скоро появятся цветы в продаже, подснежники, первоцветы. Сейчас у меня свежих нет цветочков, поэтому я покажу на искусственных цветах. Можем и может туди. Даже да, маленький букет подснежников, когда появляется, сразу хочется кому-то подарить. И вот нашему псу, собаке. Тобто будь-что мы можем скласти до такого пакуночку. Любую красивую мелочь мы можем красиво подарить. Тож ми дякуємо нашій ранковій гості.